МВД информирует, для предупреждения несчастных случаев на берегу Днестра с 18 по 20 января будут дежурить спасатели и медики. Руководством столичного главного управления внутренних дел принято решение о выделении дополнительных нарядов сотрудников милиции. Они будут патрулировать берег Днестра во время крещенских праздников. Сотрудники столичной милиции будут нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме. Многие жители столицы и гости нашего города перед крещенским купанием захотят употребить спиртные напитки, что категорически делать нельзя, и это может повлечь тяжелые последствия. По данным гидрометцентра, привычных крещенских морозов не ожидается, но вероятные осадки – дождь и мокрый снег. И поэтому автолюбителям нужно быть особенно внимательными и бдительными на дорогах, в том числе выполняя маневры при парковке у мест массовых купаний людей. На протяжении 3 дней сотрудники милиции будут нести усиленную службу по предупреждению несчастных случаев не только на воде, но и на дорогах нашей столицы. Сотрудник ГАИ намерен осуществить контроль за соблюдением правил дорожного движения и парковки транспортных средств.